Всем добрый вечер. Ну, наверное, самое интересное я пропустил, хотя видите у нас какое, какой закат. Очень интересный. Лучи солнца пробиваются среди, через тучки прям вот. Надеюсь, вам видно. Такие пробоины. В облаках. Детвора не очень любит гулять под дождем, судя по всему. А сейчас у нас моросит слегка. А вот взрослые с радостью, невзирая на дождик, я прошу прощения, без стабилизатора, так, ни жда, ни газа, не для чего сюда не приехать. А взрослые гуляют даже под дождем. Приходится держать и зонтик, и одновременно телефон. Сейчас я где-нибудь остановлюсь, зафиксирую свое положение и покажу вам обстановочку на пляже. Сейчас прячется вся красота. Повторю, что несмотря на дождик, трудящиеся все равно приходят на пляж. Вон детвора бегают, и молодежь. В стороне Туапсе тучки и дождик моросит. А вот в стороне Сочи все намного-намного лучше. Там даже ясное небо видно. Море практически без изменения сегодня. Каким было, таким и осталось. Шумит. Всем пока. До новых встреч в эфире, как говорится.